Не обязательно заканчивать бой морем и крови. Вы всегда можете что-то там, я забыл, сбить. Ну ладно, неважно. Да, согласен, ну я же так и делаю, что. Корва, я подвезу вас ближе к золотой кошке. Но остаток пути вы пройдете сами. Вход заведен рядом с площадью Холджера. Это же то место, где мы до этого... Говно сливает справа, видите? Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat, if he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Да, чтобы отомить эту девку мне на хоть на край света. На самом деле я шучу. Так. Винокурню. Устраните Пендлтона. А, да, руны. Вселение. Блин, я не знаю, нужно ли нам это вселение. Я понятия не имею даже. Приобрести уровень противника, который у вас не заметил после смерти, обращается в прах. Нафиг это... А, ну, высота прыжка увеличивается, урон при падении снижается, скорость передвижения увеличивается. А это что, накопите запас адреналина и не несите добивающий удар в ближнем бою. Нафиг. Вселение, блин, позволяет на короткое время вселяться в животных. Я не знаю, надо ли нам это... Ну, куда нам руны копить? Точнее, надо копить. У нас еще вся игра впереди, так что... Почему бы и нет? Возьмем. Не жалко. Нажмите правую кнопку мыши. Эй, я хочу в животных... А, чтобы на время селиться в любого животного. Они считают этого чувака животным. Чтобы покинуть новое тело, нажмите правую кнопку мыши. Ну, короче, этот. Веном, короче. Если ваш носитель погибнет, вас постигнет та же участь. Если селиться в мелкое животное, оно сразу умрет. На втором уровне вы получаете возможность вселяться в людей. Выполнять, просто открывать двери и переносить предметы. Пускай будет так. Сердце трубу вырубаем сразу. Три костяных амулета у нас здесь. Охренели, что ли? Ой. Своими деяниями вы меняете облик города. Чем больше людей вы бьете, тем больше появится крысы-плакальщиков. Тем хуже будет относиться к вам союзники, тем мрачнее выйдет финал. Крыса. Крыса, ты понючая. А если я буду убивать крысы-плакальщиков? Мне сказали, что если я буду убивать обычных людей, то там будут плакальщики и крысы. А если буду крысы-плакальщики, что, больше людей, что ли, будет? Так, чувак, ты зря сюда пошел. Пиши завещание, точнее. Хотя, какое у тебя там завещание? Смотрите, он в маске ходит. Старый урод. Ладно. Ну что опять не так? Кто акает? До борделя уже еще не дошел, а кто-то уже акает. А кто это правда сказал? Вы смотрите, вышка какая-то. Крутящаяся. Кто это сказал? И там рядом с ней. Она меня тоже убьет, как этих чуваков. Как вы думаете? Так, план мы смотрели. Ладно. Он мне ничего не сделает. Нет, не найдется. Это некий выживший. А старуха. Толкинг. Слегджов. Блин, сердце бомжа мне показывает, что руна где-то наверху. Че это такое, блин? Вау! Че происходит? Это че? Вау, че это такое в натуре? Зачем ты зрение? Попал? Вау! Полегче. Ты чё, офигел, что ли? Ассасин.
Блин, вот гады офигевшие. Ты чё? Чё ты их не сдержал? Рожа знакомая. The Hound Pits. Golden Cat. Блин, я хотел стащить у нее это говно. Пошел ты в жопу. Ладно, неважно. Покажи мне свое добро. Почем у тебя тут? По сотке. По-моему, того дешевле. Да как, я хочу взять. Ой. Так, ну ладно. А, нет, точнее, какой ладно. Мне нужен амулет. Где он? Нам все равно туда надо будет идти. Невероятно! Теперь я знаю, что такое impossible. Руна, где ты? Скажи. А, подожди, она где-то там. Все там, все впереди. А вот тут что не пойму. А, понял. Подожди, вот сюда давай. Ёп! Ой. Ой, извини, Гриф, я тебе чуть бошку не свернул. Упав на тебя. Почему нельзя? Блин, Гриф продает усыпляющие дротики, всякую мистическую хрень и удивляется тому, что я перемещаюсь. Чупоник. Опа. Живой чувак. Это плакальщик, да? Что-то такой монтажный инструмент. Опа. Заметил. О чем он? Куда он пойдет? Никуда он не пойдет, нифига. Твои ты налево. Yeah! Грязная рожа, отлично. Мы с тобой справились. Хлебушек. Монтажный инструмент. Костяной амулет. Но в натуре круто. Все зашибенно. Так, давай, джин, жмай. И, короче, что это? На подготовку новой адреналиновой атаки уходит меньше времени. Да что такое адреналиновая атака? Я понятия не имею даже. Я понятия не имею. Они мне тут впаривают какую-то адреналиновую атаку. Ну ладно. Там еще внизу что-то. А, вот, это здесь. Духовный бальзам Пьера. Ну все, давай отправляемся к этому чуваку. Блин, наш напарник сдох, походу. Вот как они его убили, эти ассасины гребаные. Там написано. На винокурне... Да, туда, наверное, на винокурню. Будем курить вино, да? Подожди, а это то самое место, где этот шухер навел, короче. Помните это место? Конечно, помните. Что-то я там сожрал. Они говорят о том, что кто-то отравил их эликсир. Ну, не отравил, испортил. А, они меня не трогают. В общем, не знаю, кто мог сделать эту гадость. Ну, скорее всего, это я. А, костяной амулет здесь и... Еще один плюс! Еще там, на той стороне, два. Офигеть. Сердечко надо не забывать врубать постоянно. И глазик тоже. Ну, как видите. Блин, ну я так и знал, у них костяной амулет. Нужен ключ от погребов. А, подожди, а можно же в крысу превращаться. А как это сделать? Подожди. Где это такая штука-то? Вот она. Вселение. Она мне на какой цифре? Цифре 8. Крыса есть? Во. А как я узнаю, насколько я превратился? Сюда можно? Эй, сюда даже нельзя. Вы чё, сволочи, офигели? А я бесконечность? Сколько я могу по времени? Пока мне не раздавят, если меня раздавят. А, много магии отнимает. Вот сюда надо было проникнуть. Ну ладно. Пошел! Фак! Хорошо, спасибо. Оу, круто.
Зачем целебный? Мне нужен этот, как его? Блин, это чё? Жратва, что ли, там? Письмецо. У этого торговца картинами бандинга хороший вкус, если в Дануэле... У кого... В Дануэле, блин, такое название. У кого и остались ценные вещи, то только у него. Обещаю, тот, кто откроет его сейф, получит две доли слегчов. Сейф. Еще некий сейф есть. А, вот, смотрите-ка. В доме торговца картинами есть сейф. Ага, сейф. Получается, это та торговца картин. А, я помню, это то здание, в которое мы не смогли, по-моему, попасть. Духовный бальзам. Можем, мы все можем взять, нормально. Пули, целебный. Собирайте чертежи, чтобы получать доступ к новому снаряжению, я знаю. А что это за снаряжение, интересно? Предметы. Позволяет изменить электрические схемы и обманывать систему защиты одноразовый предмет. Подожди, это нет, вот это. Пиротехническая субстанция, которая при горении в течение короткого времени испускает яркий свет. С ее помощью первого может улучшить арбалетные стрелы. Интересно, какие стрелы они? О каких стрелах идет речь? О усыпляющих или я не знаю о чем. Террористы вообще, смотрите, сколько у них тут всего. Пули, гранаты, блин. Все, сжираем. Вот яблочко еще, малиска или какой-то там. Ни хрена тут нету больше. Так, куда тут? Вот сюда еще можно подняться. Ладно. Блин, я же тут, помню, уже выбирался, да? Да, отлично. И урона никакого не нанес себе. Все, жрем подряд. Правда, зачем? Ну ладно. Пущай! Пущай! Будем делать игру правдоподобной. Нам нужны перекусы. Подожди, а где? А, амулет там. Слушайте, а тут что? Вау! Смотрите, а что там? Вот какая-то хреновина. А, тут ничего ценного, но, в принципе, можно... Блин, а тут плакальщики. А эти чуваки не разозлятся на меня, если я открою их... дверку эту. Поставил, блин, я думал, я его разобью. Сейчас я просто зрением гребаным посмотрю. Все, что тут есть. Это что такое? Бальзам Пьеро. Все, да, по-моему? Можно на видео обратить внимание, то, что я очень много чего пропускал. Ну, немного, ну так, монетки какие-нибудь маленькие. Так, это можно было не открывать. Упс. Вот этот. Слэгджев, да? Привет! Усатый. Непонятный, в непонятной одежде. А вот за и злодей, с виду так точно он. У меня есть для него работенка. А, понял, это вот плакальщики, которые только что за решеткой были, это и есть те люди, которых мы превратили. Плакальщиков. Он меня спрашивает, не хочу ли я на него поработать. Твои розовые штаны меня смущают, но, в принципе, не знаю. Да. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow name of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering. Да, я знаю, я там был уже. You do that for me and I'll get your better way into the Golden Cat. Ну, короче, к нему надо... Слэг же хочет узнать, что стал с Кроули. Он подозревает, что... произошедшему причастен доктор Гальвани с бульвара Клеверинг. Факинг, хорошо. Да, Слэджев, я... Фак? Ну ладно. Подожди, а вот почему эта штука исчезла? Слэджев, я должен тебе признаться. Когда я выполню твое задание, я скажу ему, что это я отравил его людей.
Да, отлично, все сохранилось. Я понял, почему в тот раз ничего не сохранялось. Потому что за мной там охотились, вот почему. На меня нападали. Вот тут лестница есть. Чё такое, ёпарсы-то? Подожди. Стоп. 14:27, а сейчас сколько времени? Сейчас, подождите. Сколько сейчас времени? 14. Да, это сейчас было. Так, а зачем? Загрузить, да. Это то, что я сейчас сохранил, F5 нажал. Я не хочу с ними махаться. Я ему на башку прыгнул. А тот гриф мне ничего не сделал за это. Так, самое главное, еще раз не прыгнуть. Подождите, а если... Ты не против? А если я открою реально, что будет? Смотрите-ка. Это не я сделал! Хорошо? Они поджигают водку и кидают в них. Или это взрывательная, зажигательная смесь. А мне убийство-то не засчитают за это? Подожди, а вот... Нет. Бандюга. Ну ладно. Все. Вот они и разобрались. Секстант семьи Морой. Нормально, круто. Знать бы заранее, сколько они монет сюда запрятали. Тут ничего нет. Слушайте, а там сверху у нас еще не сверху, а да, там. А если мы выйдем, то у нас там будет костяной амулет. Я это точно помню. Костяные амулеты. Костяной амулет один. Я слышу. А, смотрите-ка, они выбежали оттуда. У-у-у! Идите нафиг. Вот он, мой костяной амулетик. Так, 2 из 5. Да, все-таки тут много. Так, букву G нажимаем и видим амулеты. Улыбка фортуны. Очень редко зелье полностью восстанавливает ману. Ну, на что мы возьмем? Ну, давайте... Полученный урон увеличивает... Я не знаю. Давайте здоровый аппетит. Еда восстанавливает намного больше здоровья. Вы быстрее восстанавливаете ману. Духовное зелье намного... Быстрее или... Нахрена мне быстрее? Мне нужно больше, а не быстрее. Зелье немного лучше... А хотя, может, тоже нормально. Зелье, смотрите, зелье немного лучше восстанавливает ману. А тут очень редко зелье полностью восстанавливает ману. Немного лучше восстанавливает. Ну, давайте вот тут снимем, наверное. Вот тут белые крысы какие-то, я не знаю, может, они лучше, чем обычные крысы. Я не знаю. Но с этими чуваками я не хочу встречаться. Что, они меня заметили? Только не это. Чуваки, вы без меня, надеюсь, справитесь. Давай, попробуй меня догнать. Смотри, он справляется. У него изжога, смотрите. Я не хочу тратить дротики. Хотя, если я им помогу, интересно, он мне ничего за это не даст. Да если я... Пофиг, я хотел его оглушить. Ну вот и все. Красавчик. Теперь ты точно попадешь в ад. Ну ладно. Без разницы. Вы входите на враждебную территорию. А что, тут враги есть? Ну, в какой-то мере, в какой-то степени тут, да, враждебная территория. Потому что турели эти все ссаные, дротики, или что я сейчас подобрал. Ой, то тут, блин, зачем я это все съел тут? Это можно было в следующий раз съесть. Не, просто не люблю, когда что-то остается. Так, вход заделали. Ну все, давайте, вон, золотая кошка. А вот дополнительное еще задание. А, ну это... В том-то и дело, что это дополнительное задание. Подожди, он спиной стоит? Нет, он передом стоит. А если я сделаю вот так? Так. Самое главное, ты ничего не шуми, не падай там.
твою дивизию. Какого хрена он услышал? Давай. Это нет, нет, подожди. Не то, не то, не то. Давай, блин, бери его. И вот сюда его кидай. Тут тебе место. Все. Блин, ману лишнюю использовал. Ну ладно, в жопу. Так, тут ушел. Ладно. Нам все равно вон туда. Блин, тут везде стражники. Раньше так разве было? И наверху, и внизу гребаные. Как вы думаете, он меня заметит? Что с ним делать? Блин, очково. Сейчас еще и услышит меня, ходи. Хоба! Нормально. Только тут упади, пожалуйста. Что-то у меня бочара чешется. Ну ладно, неважно. Культуру Гальвания. Это, блин, два чувака, 500 гребаных монет, это просто круто, это круто, это мега круто. Ну не круто то, что они тут встали, блин, один точнее встал. Это вообще зачет, то что тут 500 монет. Так, сразу смотрим, руна есть. О нет, они меня окружают, походу. У нас, у меня шанс, давай. Да! Все, хана тебе. Я сейчас тебе вставлю, вставлю по самой никуда, давай. Не буду я вставлять тебе никуда. И ничего. Не бойся, не бойся, не бойся. Так, все, побежали. Я думаю, он не против, если я тут побегаю. Ну, а что тут такого? А, подумаешь, бегаю, да? Правильно, согласитесь. Но никто не должен ничего... Нет, собак! Ох ты, собака! Чё мне делать, ребят? Может, под стол спрятаться надо было? Как же так произошло-то? Ну ладно, бывает. Случайно я не туда нажал, точнее не туда направил. А, прицел. Не прицел, а вот это тут. Ну вы поняли, в общем. Так, эта тема мне не нужна пока что. А может и нужна. Не знаю, ладно. Так, что тут у нас? Перекинг Спарроу. Так, что тут у нас? Слушайте, а если я в крысу превращусь? Там руна, кстати. Может, тут и стоит? А, или там другой есть выход какой-то? Не знаю, давайте посмотрим. Можно и в крысу превратиться, в принципе. Прикольная очень тема, интересная, занятная, мне кажется. Так, а что я сюда, собственно, пришел? Нам вообще-то... А, нет, нам вот осведомитель какого-то... Вон, обдохлый чувак какой-то валяется. Осведомитель Слегчева. Ну чё, он идет там? Отлично. Сюда-то, надеюсь, не пойдет, блин, салата. Надеюсь, раз в этот раз будет более удачно. О, у него ключик какой-то был. Только что видел. Ключ от здания Гальва. Нифига мне от здания. Я уже в здании так-то. Так-то. Так-то я уже в здании. Найдите Кроули. Я нашел, да, я так понимаю? Не-не-не-не-не. Так, чувак, не свисти, не свисти, не свисти. Для тебя это плохо кончится. Хорошо, что я качнул вот это вот перемещение быстрое. Очень далеко. Перышки. Так, что тут у нас на... что-то на столе, по-моему, лежало, нет? Последнее сообщение Кроуля. А, все, я выполнил задание-то, наверное. Книга. Раньше...
Раньше то как было? Берешь мешок, палку. Чего? Неважно. И перышки. Опять-таки. И давайте глянем, что тут у нас. Ни хрена у нас тут нет. О, давайте. Разведение, прокоти. Так, вот кошель я еще. Вон, смотрите, там. Так. О, можно покрутить. Крысы тут. Так, а это что такое? Муляж книги. А, ну все ясно. Хорошо, что синее все подсвечивается. И тут у нас руна на месте крысиных потрохов. Раньше тут были. Меня просили изложить проблему, но так вот, она год из года, что-то там, неважно. Ребятушки, читайте. Есть шанс стать более образованным. А выйти можно оттуда, если я вдруг сам себя закрою? Целебный эликсир, однако, подобрал. А, в жопу. Ну все, я, короче, тут все сделал. Отлично, теперь у нас вниз еще можно сходить. Посмотрим, что тут у нас. Не знаю, крысы меня за своих будут считать. У меня же есть специальная возможность. Подожди, а я тут был уже. Да, я помню, блин. Пойдем-ка, наверное, отсюда. Мне кажется, тут ничего нам ценного не положили. Только вот эликсирчики всякие, ну, вот там еще. Тут я, видимо, пропустил в тот раз. То есть другого нам ничего не предлагается. Ну все, можно сваливать. Я выполнил задачу свою и отправимся к... Блин, а тут, слушайте. Сейчас, подожди. Так. Тут мы выйдем на первый этаж, и там могут быть наши противники сразу же. Причем, блин, бычьи бошки какие-то тут еще. Так. А про какой сейф они говорили? Тут тоже, наверное, выйти можно. Так, это второй этаж, это там, где я пришел. Ну, давайте тут выйдем. Это, наверное... А, это в другом, это здание напротив, я помню, да. На бульвар Клеверинг. В обмен на руну вы можете приобрести... Блин, что я там мог обменять? На что я мог руну обменять? Они мне не сказали, точнее, они мне сказали... Слышите, парень напевает, насвистывает музыку из игры, из этой. Скажите, а вот на эту штуку я смогу переместиться? Чё ты хмыкаешь, блин? F5 на всякий случай. Не знаю, во всех играх F5 работает? Я вот стал задумываться. Давай, попёр. Давай, пошёл. Быстрее. Так, руна где у нас? Ой, костяной амулет. Рун нету здесь. Так, что делаем? Да, они говорили тут, что тут что-то есть. Шпонькс. Чё, impossible снова? А, нет, просто what? Вот из... Ладно. Так, переносимся, переходим сюда. Квартиру торговца картины. Надеюсь, тут не будет сюрприза, блин. Да, блин, опять. Двое, блин, идиотов. Куда переместиться, блин? Кто-то из них хочет пойти наверх, мне показалось. Так. Что-то я затих даже на время. А, вон еще двое, блин. Вы что, офигели, что ли? Эй, вы что, меня окружаете? Не надо меня окружать. Меня не надо окружать. Задом встал, чувак. Давай. Назад. О, смотрите, картина светится там. Я видел. Как круто все-таки, что я подсветку эту включил, блин. Как назвать по-другому, не знаю. Теперь мы можем видеть предметы. Че это музыка напряженная только что была? Праша, масло и бычья шкура. Число блаженства. Праша, масло и бычья шкура. Ну, это знак. Наверное. Может, какой-нибудь секретный код. О, так лучше его видно.
Что, картина это? Зачем? Ну, это искусство, чувак. Тебе не понять. Да, 300 монет. Не надо рифмовать к слову 300 ничего, пожалуйста. Так, а тут-то больше никого нету. Вот тут до хрена всего. Ну, тут нормальная тема. Бальзамчик. О, ключ. Ключ от дома торгов. Блин, вы что, вообще логика железная. Ну, да, может быть и нормально, но... Ключ запихнуть в сам дом. Как я, по-вашему, его... Отыщу? Точнее, как я его заполучу, не войдя в дом. А тут у нас что? Вау-вау-вау, крысы. А тут у нас ничего нету. У нас только на третьем этаже там что-то есть. Люди, точнее, есть. Тихонечко, поэтому давайте. О, нормально. Блин, сейчас они отвернутся друг от друга. Вот тебе и сейф. О, а руны, наверное, там в сейфе нету. Так, а я сердце в том противоположном доме врубал, не помните, наверное, врубал. Надеюсь, он меня не заметит. А где тот? А, блин, гады. Интересно, сколько же стоит? Что-то там он спрашивает. Бросай его. Бросай его. О, нет. А, нет, нормально, нормально. Давай, давай, давай. Как-нибудь поудобней. Опа! Нигер или кто это? Я что-то не понял. Оу, oh, yeah. Крутяк. Вот еще картина. Я знаю, с кем с каким нетерпением вы ждете, когда золотая кошка вновь распахнет свои... распахнет свои двери. Должно быть, так вы так страдали, бедняжка, с огромной радостью приглашаю вас на пышную церемонию открытия, которая состоится завтра. Мадам Пруденция, мистер Бантинг. Тоже развратник. Вот этот вот торговец картинами в золотую кошку решил. 300 монет. Офигеть, искусство резьбы по кости пришло с древних времен, когда оно передавалось от отца к сыну. От старых мастеров к молодым матросам, которые недавно поднялись на палубу. Зачетно, зачет. А тут в крысу нельзя превратиться, как вы думаете? Вот чисто ваше мнение, чисто ваше мнение. Тут ничего нет, зачем я открываю? Блин, вы чё? Вы чё, шутите? Это эликсир. Мне его нельзя взять. Так, ну, кот. Там картина, видимо. Руна. Подожди, но у нас вроде не было задания. Вот... Неизвестный материал, типа... А, подожди. Она не разбивается, что ли? Ну, ладно. Короче, сваливаем отсюда на бульвар и к Слегджеву. Так, стоп.